Как сообщают российские СМИ, Путин разрешил полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Это следует из указа главы государства. Как уточнили в Минтрансе, российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на судах отечественного производства. Также МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. И самое главное, как же отреагировала президент Грузии на этот указ? Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны России неприемлемой. Глава государства считает это провокацией. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Указ начнет действовать с 15 мая 2023 года, то есть уже завтра. Теперь граждане Грузии смогут выезжать на территорию России без оформления визы на срок до 90 дней. Кроме того, глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну и разрешил продажи туров в республику. Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. В связи с этим МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Там добавили, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией восстанавливается. В свою очередь, российские авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно будут осуществляться каждую неделю. По маршруту будут летать 7 прямых рейсов. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, поделитесь этим видео в социальных сетях и подпишитесь на канал. Мы, конечно же, будем следить за новостями. Всего доброго!